Здравствуйте, меня зовут Галина Титарчук, и сегодня мы собрались за круглым столом, чтобы обсудить одну очень важную тему – тему наставничества. Что это такое и кто нуждается в наставниках, сегодня обсудим с нашими гостями. Давайте знакомиться. За круглым столом у нас сегодня Петрова Светлана, проректор Чувашского республиканского института образования. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вячеслав Рафинов, депутат Государственного совета Чувашской республики, председатель комитета по социальной политике и национальной вопросом. Лилия Долгова, директор гимназии номер 8 города Шумерли. Наталья Андреева, директор Батыревской средней школы номер 1. Федотов Михаил, президент некоммерческой организации фонд «Чувашия», член общественной палаты Чувашской республики. Здравствуйте. Я очень рада, что вы сегодня нашли время с нами поговорить, собраться за одним столом. Все-таки человек не может жить полноценно, если его с детства не сопровождает взрослый. Кто-то не воспитывает, не учит. И не обязательно, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, учителем должен быть родитель в первую очередь, да? Но не обязательно. Если в жизни ребенка присутствует значимый взрослый, которому он доверяет, и он для него становится авторитетом, это тоже очень важно, очень значимо. И ребенку проще, когда в его жизни таких людей больше. Фонд «Чувашия» занимается проектом наставничества. Вот расскажите о нем немножко, какая цель все-таки именно вот этого проекта. Фонд существует в течение 15 лет, и основные его проекты все связаны со здоровьем и воспитанием наших школьников и детишек. Этот проект «Шаг навстречу» связан с внедрением, созданием и внедрением региональной модели наставничества в школьной среде. Мы думаем, что этот проект не надуманный. Мы долго изучали, долго в общении с педагогическим сообществом убедились, что есть крупные прорехи в воспитании детей. К сожалению, то, что было накоплено в советское время по воспитанию детей, было отброшено. Все было обращено внимание на образование. Но образование без воспитания не может существовать. И поэтому социализация наших детей, формирование личности наших детей, многое мы упустили, то, что было у нас в советское время. Одно из этих направлений – это наставничество, которое было очень широко распространено было в советское время. Учащиеся тех времен с ностальгией вспоминают, как было здорово, когда в класс приходили старшеклассники или шефы-производственники. Шефство было у нас и в образовании среди учителей, и в здравоохранении, и в государственной службе. Поэтому этот участок работы как-то он был забыт. И чаша, которая переполнила последней каплей, стало то, что последние годы стали появляться вопиющие факты, когда старшеклассники вместо того, чтобы опекать наших классников, появляется оружие, избивают. И при этом, мало того, что ее записывают и размещают в ВКонтакте, это невообразимо. И мы получили очень большую поддержку среди наших партнеров фонда «Чувашия». У нас есть целая сеть ресурсных центров наиболее продвинутых школах. Они поддержали эту идею. А реализация всей этой идеи, вернее, формирование проекта, конечно, ключевую роль сыграла вот Светлана Владимировна. Она представляет Институт образования. Большое ей спасибо в этом. Вот. И наша главная задача в проекте, что мы предусматриваем, это прежде всего формирование общественного мнения в отношении того, что надо повсеместно внедрить наставничество. Внедряя наставничество в школьной среде, надо переходить в внедрение наставничества и на производстве, и государственной службе, и во всех сферах. И не зря в этом году президент России в своем послании впервые упомянул о том, что наставничество – это значимое дело, которое надо реализовать в нашем обществе. И, во-первых, я сказал, информирование, по информированию в этой связи мы провели все кустовые семинары по всей республике, охватом наших школ, которые участвуют в проекте. Следующее – это проведение конкурса методик. В этих школах будет накапливаться опыт по реализации данного проекта, внедрению наставничества. Они будут излагать свои проекты, итоги мы подведем в конце года.
Есть и предусмотрено в проекте это проведение конкурса агитбригад с участием в них не только детей, как говорим, правильных, пушистых, но и детей, как говорят, першистых. С тем, чтобы как можно больше вовлечь детей, которые мало занимаются в общественной работе в школе, с тем, чтобы их вовлечь. И вся проблема заключается, я думаю, в чем? Действительно, школ очень много делается. Нельзя сейчас отрицать, семимильными шагами школа шагает. Но есть проблемы, связанные вот в чем. Во всех этих мероприятиях участвуют дети активные. Они активные спортсмены, активные ученики, активные общественники. А есть часть детей, которые пассивны, во всяком случае, созерцаются со стороны. А есть вообще дети, которые, как бы, я плохое слово применю, как изгои, их не вовлекают. Они считают, что это потерянные дети. Детей формирует их среда, и надо вовлечь этих детей. Вот главная задача в этом заключается, и все мероприятия, проводимые нами, связаны с вовлечением в процесс общественной деятельности, в школьной, всех детей. Не просто лучших, но и всех детей. Все дети способны, все дети рождаются одинаковыми и становятся плохими благодаря нам. Ну, я думаю, что с вами трудно не согласиться. Прописные истины просто. Светлана Владимировна, почему решили поддержать Институт образования, проект? Как смогли убедить? Ведь очень много людей, которые знают, что наставничество важно, что его нужно возрождать, что мы все помним, что в Советском Союзе это было очень популярно, играло большую роль. Расскажите, да, как удалось это убедить? Вы правы, наставничество надо возрождать. Советскую систему, конечно, мы не можем в том варианте, какой она была, скажем, 70-е, 80-е годы в СССР, в том варианте взять готовые продукты и разместить в сегодняшней реалии. Это, конечно, немножко не так, потому что та система, которая была эффективна для других условий, она требует модернизации. Ее надо модернизировать, ее надо приспосабливать к сегодняшним реалиям. Задачи немножко у нас другие. А Институт образования, чем интересен этот проект? Михаил Иванович уже сказал, что в конце проекта будет обобщен опыт успешных методик, успешных практик, которые уже существуют в наших школах. Где методики, там и Институт образования, скажем так, потому что нам это интересно. Мы будем обобщать, и далее мы будем распространять, диссеминировать этот опыт через уже курсы повышения квалификации учителей, которые работают с детьми в других школах. С этой стороны мы подошли, ну, подумали, что институт тут никак не может остаться в стороне. А с другой стороны, мне лично это очень интересно, потому что наставничество больше всего, вот мировая практика даже, она больше всего развита в развитии профессиональных компетенций. И ведь в советское время наставничество очень широко было развито с молодыми педагогами. И каждую школу, когда учитель молодой приходил, сразу же закреплялся за ним опытный учитель, наставник. Поэтому мы, вот, используя уже в рамках вот того проекта, о котором говорит Михаил Иванович, который выиграл наш фонд «Чувашия», там в основном у нас идет пока наставничество не как педагогическое явление, а мы дальше будем развивать эти идеи и наставничество развивать уже в таком широком масштабе с молодыми педагогами. Вот, наверное, две задачи у нас – обобщить успешный опыт наставничества по работе с детьми и запустить уже новый проект в рамках Института образования «Наставничество с молодыми педагогами». Вячеслав Викторович, вы присоединились к этой теме. Чем она вам интересна? Личный интерес, может быть, или как вы считаете, может быть, это дань моде? Сегодняшняя сейчас? Тема, она, наверное, очень важна. Когда-то наставничество было популярно во всех сферах нашей жизни, и на производстве, и в социальной сфере, и среди детей. Старшее поколение, наверное, помнит с детства, с возраста пионера, с возраста комсомольца. Уже мы многие были наставниками своих младших детей. Кто с нами вместе учился в одной школе или
России. Очень на много одной даже улице. Произведений в литературных, когда те успевающие товарищи помогали с отстающими занимались. А сегодня уже то, что вот Михаил Иванович говорил, 90-е годы, начале 2000-х годов в образовании было упущено воспитание, то сейчас об этом уже всерьез задумались, и в новом законе об образовании так и сказано, что образование – это прежде всего воспитание и уже само образование, само обучение. Поэтому проект, обсуждаемый сегодня, он очень важен, и наставничество вот среди школьников, среди подрастающего поколения, это прежде всего очень важно для формирования нашего будущего поколения, нынешних детей, чтобы они успевали в учебе, чтобы они были активны в общественной жизни, чтобы они были активны в спорте. И не всегда авторитет учителя успевает действовать на ребенка во всех направлениях, а ребенку нужен авторитет прежде всего. И вот наставник, он должен быть авторитетом для конкретного ребенка, и наставник, он еще не на всех рассчитанный, он рассчитан на конкретного ребенка с его имеющимися особенностями. И я считаю, сегодня это очень нужная тема, и поддерживаем, и поддерживают все депутаты Государственного совета. Это очень приятно, очень значимо. И давайте спросим непосредственно руководителей учебных заведений, почему они подключились и охотно ли, или как вообще процесс пошел, узнали, когда, как дальше действовали? Ну, нам, педагогам-практикам, эта тема очень интересна, и этот проект, по нескольким причинам. Во-первых, все знают, что дети очень много времени проводят в социальных сетях. То есть они ушли от живого общения. Во-вторых, не всегда рядом с ребенком бывает значимый взрослый. В-третьих, всем известно, что, несмотря на то, что сейчас очень много образовательных программ, новых компьютерных программ, все-таки конкретный опыт и особенно ценности жизненные, они передаются от человека к человеку. И самые близкие люди, которые всегда с ребенком общаются, это его сверстники. Это те ребята, с которыми он обучается в школе. И поэтому вот мы в этом проекте участвуем и разрабатываем такой проект, когда бы кто-то из наших же ребят стал для других детей ролевой моделью, социальным навигатором, вот примером каким-то таким ярким. Ну, в общем, мы пытаемся это делать. Посмотрим, что из этого получится. Надеемся, что все будет успешно. Спасибо. Хорошо, ну в конце года итоги-то подведем. Да, да, да. Мы верим, что получится так, как мы задумали. Мы тоже верим, что у вас получится. Спасибо. Наша школа, Батырская школа номер 1, участвуя в данном проекте «Шаг навстречу», для себя определила 3 главных направления. Мы реализуем направление «Взрослые взрослым» – наставничество. Вторая модель – это «Взрослые детям». И третья модель, на мой взгляд, наиболее сейчас актуальна и важна – это направление «Дети детям». И вот в данном случае мне хотелось бы коллег немного дополнить. Ведь не секрет, что в каждом классе, в каждом коллективе, даже в уличной компании есть своеобразный неформальный лидер. И наша задача сейчас вот в рамках этого проекта для этих неформальных лидеров найти тот позитивный опыт, тот положительный момент, в котором они смогли бы стать для своих сотоварищей, для своих друзей, для одноклассников попутчиком, который смог бы, во-первых, для себя найти какую-то определенную социальную нишу, повысить свою самооценку и стать настоящим формальным лидером, за которым пошли бы его одноклассники и друзья. И чтобы он сам для себя определил, что есть другой способ достичь авторитета, уважения в окружающей среде. На мой взгляд, вот именно возможность сделать вот такими наставниками детей, которые находятся, может быть, сегодня в определенной трудной жизненной ситуации, которые пока не нашли для себя тот путь, те цели, которые его, например, выведут в светлое будущее. Мне кажется, вот этот проект позволит замечательно реализовать эти цели. Ну, наставник – это все-таки что за человек? Это, получается, какая-то идеальная личность, за которым тянутся и в спорте, и в творчестве. Бывают такие люди?
Ну, вот очень правильно Галина подметила, мы можем скатиться именно в ту сторону, идеализируя наставника и, опять-таки, стремясь воспитать всесторонне развитую личность, которая, к сожалению, в советский период претерпела крах, как мы уже понимаем, да? А на самом деле именно в наставничестве нет задачи найти идеального человека, идеального сотоварища или там старшего друга. Наставничестве именно главная миссия наставника – это принимать старшего товарища со всеми его положительными и отрицательными качествами. Показать наставляемому в том, что жизнь – она непростая штука, но в этой жизни нужно бороться, уметь. Иногда можно и проигрывать. Это не смертельно, потому что у нас ведь подростки бывает так, что, сталкиваясь с жизненными трудностями, сразу, как я в таких случаях говорю, теряют интерес к жизни и говорят, что, ну, думают, что это вот крах. Да, начинают там заниматься. Значит, наставник учит преодолевать эти трудности, опять-таки не идеализируя ни себя, ни жизнь, ни условия, в которых живет человек. Это вот у нас ведь на уроках иногда учителя мы идем вот по тому пути, что все идеально, все очень хорошо, да, должно быть. Да, мы создаем тепличные условия. А наставник, он вырывает из этих, должен во всяком случае вырывать из этих тепличных условий нашего подростка, особенно о подростках идет речь, да, и показать работу над собой, работу над трудностями и способы преодоления жизненных проблем. Этого учитель не сможет сделать. Редко какой учитель вот, вторгается в эмоциональное пространство наставляемого своих учеников. Поэтому я очень хотела бы попросить, ну, направить мысли наших телезрителей в том плане, вот опять говорят о неосуществимых мечтах, об идеалах неких. Нет, наставник – это живой человек. Вот ценность наставничества именно в этом. Живости, натуральности, естественности. Ну, много таких желающих, которые хотели бы быть примером. Вот в ваших даже учебных заведениях. Как с охотой? Можно, да, конечно, обязательно. Ну вот мы в своей школе провели такой, можно сказать, так называемый социологический опрос. Детей спросили, ну, как, что они думают, кто такой наставник? Они ответили. Потом, нужен ли им наставник конкретно детям? И многие ответили, что да. Мы даже были поражены. Очень многим нужен наставник. Называли разные сферы. Кому-то нужен спорт, кому-то нужен по английскому языку, кому-то надо, значит, в кружке по робототехнику, вот в кружковом движении и так далее. И потом был вопрос о... Что ты можешь? Какую помощь? Ты сам можешь быть наставником? И тоже были интересные ответы. Кто-то говорил, я могу быть наставником секции по баскетболу. А кто-то говорил о том, что а я могу научить готовить быстро вкусную, простую еду, когда нет родителей, там, допустим, чтобы ребенок сам себе умел приготовить. Вот. А кто-то даже говорил о том, что вот он может там помочь, допустим, вот в той же самой в кружке робототехники. То есть, как бы на сегодняшний день мы даже шорт-лист создали, и в котором у нас записалось 147 учеников, а у нас 736, которые как бы считают, что они готовы быть наставниками. Ну, то есть наставник – это вот правильно, вы тут говорили, вот особенно Светлана Владимировна, это не какая-то идеальная личность, а наоборот, возможность ребенку проявить себя. Вот он что-то хорошо умеет, а и вот это он может… Научить другого. Да, научить другого. Вот смысл в этом. Научиться. И научить другого, помочь. И он знает, чем он помочь может. Например, может, у него хорошо развита речь, он такой вот оратор, может что-то объяснить, материал какой-то. А может быть, просто примером, там, допустим, показать, как вот в спорте что-то делать, и вот повтори. Ну, или еще что-то может. Ну, то есть вот так, дети как бы правильно понимают, они вообще всегда лучше взрослых понимают какие-то вещи, и вот мы на это надеемся. Вот. Так что желающие есть. Сейчас вы с ними как-то работаете, с теми желающими, которые решили, что они могут быть наставниками? Да, конечно. Вот вообще, чтобы запустить проект, мы провели форсайт-сессии.
старших классах. У нас по-взрослому. Мы провели форсаж-сессии для того, чтобы вообще дети понимали, о чем речь идет. Вот такой в игровой форме составили такой школьный свой проект «Шаг навстречу». Далее мы, значит, провели мастер-классы по составлению альманахов «Все о наставничестве». То есть как бы тоже, кто что-то не понял на форсаж-сессии. Очень интересно, я вот включаюсь, я видела этот альманах. Очень интересно получился. Они изучили историю развития наставничества в России. Вот, в том-то и дело. Знают ли дети, откуда это идет? Откуда это идет? И ребята, вот Лилия Васильевна рассказывала, и педагоги этой школы рассказывали, что ребята открыли для себя, что наставничество – это даже и не советское изобретение, наставничество – это с царских времен еще идет. А вообще наставничество началось у нас в Древней Греции и в Риме, поэтому тут… Ну, в восточных религиях у нас есть сенсей, есть гуру, Ну, так вот, обобщая, можно сказать, что наставничество, как человек стал гомозаписом, да, с того времени он нуждает, у него появился наставник. Или появились люди, которые стали наставниками. Ну, говорят же, такая вот мудрость есть, что обязательно вот после встречи с каким-то человеком, у каждого человека была такая встреча, когда его жизнь изменилась. И даже психологи вычислили, что это вот примерно 5 человек обязательно влияют на жизнь какого-то другого человека. Поэтому такие люди нужны. Но тут важно, а кого встретит ребенок? Вот, в том-то и дело. Эти 5 человек будут повлияет на него положительно, либо потянут его вниз. Да. И вот наша задача, нашего проекта, как раз состоит в том, чтобы ребенок встретился именно с теми людьми, которые ему помогут себя раскрыть, чего-то достичь, преодолеть какую-то ситуацию жизненную. Вот, собственно, цель этого проекта. Но я тут много говорю, еще вот последнее скажу. Еще как цель мы в своей школе ставим проект такую, что не нужно быть пассивными в жизни. Вот для тех детей, которым нужен наставник, они должны свыкнуться с мыслью и как бы в практику своей жизни принять то, что если они хотят чего-то достичь, они должны искать наставника. Вот биться в эти двери, искать человека, искать ту ролевую модель, которая им поможет. Договариваться с ним, просить от него помощи. Ну, а те дети, которые хотят быть наставниками, для них тоже свой мастер-класс, своя такая жизненная школа, что быть готовым помочь, искать таких людей, видеть, кому нужна помощь, предложить, может быть, ненавязчиво, но так, в общем, предложить, чтобы преодолеть какую-то ситуацию и разрешить ту проблему, которая у человека возникла. Ну, то есть, вот я думаю, вот в ходе реализации проекта многие дети вот такой опыт приобретут. Ну, все-таки вот готовить-то наставников, как-то их поддерживать тоже надо. Человек, даже если выбрал себе, что он будет наставником, что он может научить в спорте чему-то, но у него наступает какой-то момент, когда он также сам духовно растет, ему нельзя останавливаться на месте, он идет дальше. И у него тоже бывают такие моменты, когда он думает, а правильно ли я делаю? А вот сейчас он на меня посмотрит, а может быть, это ему и не нужно, он там травму получит и что? То есть... Поддержка самих наставников вообще в самой республике, не только в вашей школе, да, как-то их, где-то надо, может быть, их собирать, рассказывать, я не знаю. На самом деле, обучение наставничеству – это очень серьезная, глубокая работа. В Российской Федерации эта работа, она уже началась. В России есть федеральный национальный ресурсный центр наставничества. Мы с этим наставничеством, фонд Чувашия заключил соглашение. И все методики обучения наставников собраны на сайте Центра развития наставничества. Ментори-центр называется. Вот все наши школы, они подключены, на этот центр. Мы, конечно, находимся на начале пути, но на самом деле программы обучения наставничеству есть. Они очень серьезные, глубокие. И мы шаг за шагом будем обучать наставников методикам, каким образом надо стать наставником. И тут очень серьезное золотое правило, как у медиков. У наставника не навреди. Не навреди. Мы поэтому постоянно говорим об этом. Вот это слишком... Излишняя активность, активное желание. Я умею, как говорится, хорошо играть в баскетбол. Тут Лилия Васильевна про баскетбол говорит, да, что у меня там взрослый разряд. А ну-ка, давай через 2 месяца у тебя был этот разряд. Тут вот этим
менторские какие-то подходы не подходят. Да, все очень осторожно, все очень аккуратно, и со знанием дела надо относиться к своему наставляемому наставнику. Михаил Иванович, на какой опыт вы все-таки опирались? Когда писали грант? Когда писали грант, у нас было направление и желание, никакого опыта не было. Но хотя в процессе наших кустовых семинаров мы выявили, что директора школы говорили, что вы новое придумали. Мы никогда не отбрасывали этот метод работы, вот, и в Батареве, и в Шумале. Элементы наставничества всегда у нас было, мы ее развиваем. То, что вы сейчас уже громко, вслух говорите, это же здорово. Но при этом я хотел бы на что бы обратить внимание. Основной акцент следовало бы, конечно, надо делать на детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети трудные, в кавычках, которые стоят на учете, когда я внутришкольном учете состоят. Вот, дети, подверженные таким проявлениям, это дети... Из неполных семей. К сожалению, есть, да, и совершившие, да, неправомерные поступки. Да, но вот прежде всего, я думаю, что вот наш проект должен быть направлен на эту группу детей. И с ними, конечно, трудно работать волонтеру, старшекласснику или студенту. Здесь нужен человек, который имеет хороший жизненный опыт, вот, имеющий авторитет. И этот человек выполнял бы эту работу не по долгу службы, а по велению сердца. Вот. Конечно, таких людей находить трудно, но и они есть. Поэтому наставником может быть, Светлана Владимировна уже подчеркнула, скорее всего, может быть, он не учитель и не родитель, который уже надоели, каждый день говорят ему, что ты плохой мальчик или плохая ты девочка. А нужен человек совершенно со стороны, который проникся болью вот к этому человеку, который находится в трудной жизненной ситуации, помог бы ее в работе. И, может быть, выпускники школ, вот, практик очень много. Вот учительница выучила, значит, выпустила класс, находит уже своих выпускников среди производственников и государственной службы, приглашает. И не участвует вот в этом процессе. Много таких процессов. Хотя, к сожалению, у нас есть и чувашский не к сожалению. Закон. Да, хотел сказать. Хорошо, что имеется закон о общественных воспитателях несовершеннолетних. К сожалению, хотел сказать, что этот закон пока пробуксовывает. Я думаю, что... Закон принят в 2007 году. И закон, я считаю, он очень нужен. И он рассчитан как раз на неравнодушных взрослых, которые неравнодушны к судьбе, вот прежде всего, детей, которые нуждаются в их помощи. Вот, права детей нередко бывают нарушаются, их интересы нарушаются. Для детей иногда родители перестают быть авторитетом. Поэтому нужен такой вот взрослый, неравнодушный к судьбе ребенка, который может ему помочь в этой жизни справиться с имеющимися трудностями, его трудностями, и в то же время наладить отношения и с родителями, и с учителями, и со сверстниками. И у нас этот закон, он работает во всех муниципальных образованиях. Общественными воспитателями могут быть любые взрослые граждане согласно этого закона. Среди них немало депутатов разного уровня, педагогов, людей, профессионально работающих вот в вопросах опеки, в комиссиях по делам несовершеннолетних. Особенно, я считаю, вот по моему мнению, успешно работают те, кто постоянно занимается сам спортом и вовлекает детей в свой вид спорта. Самое главное – ребенка поставить на правильный путь, чтобы он не допускал противоправные действия, чтобы он был с
сам становился потихонечку примером для других. Таких примеров немало. Да, закон, наверное, сказать, что он абсолютно, стопроцентно работает, это невозможно сказать. Но, по крайней мере, принятие закона в 2007 году – это начало вот вовлечения активных взрослых в воспитание детей, особенно тех детей, которые в этом нуждаются. Мы, конечно, опирались в начале своей работы даже не столько на закон, а сколько на необходимость такую возникшую. В 2012 году к нам сами добровольно, скажем так, осознанно стали обращаться наши социальные партнеры. Мы стали формировать вот такую группу людей, которые у нас в Батревском районе, в селе Батрево, заинтересованы в помощи, есть желание, стремление принимать участие в воспитании подрастающего поколения. И первыми такими общественными воспитателями в нашей школе стали братства, военные братства, союз ветеранов, морское братство, десантское братство, пограничное братство. И они уже сами обращались к нам и просили за ними закрепить наиболее сложные классы. И вот в течение уже шестого года мы с ними дружим тесно. Они нам оказывают всевозможную помощь и в проведении мероприятий, и в проведении каких-то воспитательных событий. Детям интересно именно это, что человек, который обладает большим жизненным опытом, прошел военную службу, соответственно, сталкивался со многими-многими трудностями, с ними разговаривает на равных, с ними разговаривает о тех проблемах, которые интересуют наиболее детей, и, кроме того, ну, оказывает, скажем так, всемирную поддержку, в том числе и моральную. И вот в этом плане, мне кажется, этот опыт социального партнерства, взаимодействия с организациями, с общественными воспитателями, он очень нашей республике нужен, и надо вот только этот закон поддерживать, для того, чтобы он в полную мощность свою заработал. А вот про детей группы риска хочется сказать. Мы в нашей школе с 2013 года учредили отдельную такую школьную службу, она называется «Школьная служба примирения». И дети, у которых возникают конфликты, у которых возникают какие-то проблемы, обращаются в эту школьную службу и непосредственно с участием детей пытаются разрешить эти конфликтные ситуации в своей среде. Конечно, работает школьная служба у нас все-таки под контролем педагога-психолога. Это естественно, потому что бывают такие конфликты, которые без привлечения третьей стороны они не решаются. Но, тем не менее, вот наличие в нашей школе двух таких, на мой взгляд, больших преимуществ помогает нам своевременно гасить негативные тенденции, которые возникают. Самое главное – это вовремя заметить разрулить эту ситуацию. Кто должен вовремя заметить? Как узнать, что вот именно здесь сейчас нужен этот взрослый? Этот человек, который выслушает, который не расскажет родителям все, что ребенок ему выложил? Прежде всего, наверное, это тот человек, который каждый день видит этого ребенка, каждый день общается с ребенком. Кроме родителей, это прежде всего учителя, воспитатели. Дети, одноклассники, которые замечают. Одноклассники. Вот. Да. Тут самое главное, нельзя скрывать, значит, неприятные случаи. И вовремя об этом делиться, вовремя получить мнение старшего человека. А этим старшим может быть в первую очередь, конечно, учитель, классный руководитель, но и авторитетные взрослые, с которым неформальные лидеры, с чьим мнением дети считаются. Вот повезло, можно сказать вам, что у вас такие вот подшефные, да, классы появились, потому что это всегда приятно, когда у ребенка есть возможность сказать, что вот, знаете, а к нам там военный приходит, а он там, не знаю, в боевых точках, и он ух какой, да, и я так смогу. И вот это, наверное, повезло, да, или все-таки это даже не везение, а когда взрослые понимают, что они не просто живут на этой планете не только ради своих детей, но и другим могут помочь. Да, конечно, так это у нас. Очень важно в плане патриотического воспитания. Да. Ветеранские организации, не только вот в Батыровском районе, в целом по всей республике, они очень активны.
последние десятилетия, можно сказать, многие общественные, вот именно ветеранские организации, ветераны, организации боевых действий, уже современные, скажем, mm-hmm. ветераны, да, они всегда активно вторгались в школьную жизнь, всегда, вот, видимо, какие-то внутренние посылы появляются у человека, который пережил, допустим, серьезное потрясение в своей жизни. Потом хочется вот помочь детям стать активным. И им еще такое чувство было, что им не хватает популяризации своего опыта, скажем, да, вот некая трибуна нужна. И вот тут совпадают интересы. Мы же говорим, где найти общественного воспитателя. Значит, общественных воспитателей, на мой взгляд, прежде всего надо искать среди взрослых людей, которым вот они достигли каких-то, скажем, физических или моральных успехов в своей службе. Они состоялись, а дальше им хочется общественного признания. Это нормальное, скажем, естественное чувство. И вот общественное признание, такую благодатную почву, благодарную публику они находят как раз среди школьников. И тут вот движение, оно совпадает. И у нас ведь и сыны Отечества, вот офицеры, да, общественные организации, они кадетское движение очень сильно в нашей республике развивают. То есть почти, наверное, у каждой школы в республике есть взрослые, именно с точки зрения патриотического воспитания, которые активно сотрудничают. Дальше надо развивать. Надо развивать. Вот как раз хотела спросить, как и чем, может быть, мотивировать наставников нужно? Нужна ли мотивация? Это же мы не можем сидеть и ждать. Вот появится у человека потребность выступить, мы его, да. У общественного воспитателя, прежде всего, наверное, внутреннее желание должно быть. Тут не каким-то материальным или чем-то стимулированием. Это, наверное, не так важно. Самое главное – желание у человека должно быть. Желание вот с кем-то поработать, помочь тому, кто нуждается в его помощи, в становлении взрослым, настоящим гражданином. Вот я хочу пример привести. Недавно, буквально несколько дней назад, глава республики Михаил Васильевич Игнатьев встречался с выпускниками вертолетного училища. Сызранского вертолетного училища. И вот два выпускника этого училища, два афганца, Геннадий Петрович Матвеев и Вениамин Иванович Петров, они занимаются выпускниками вот это училище, вертолеты, специальность вертолетчика пропагандирует, интересует детей. Каждый год возят детей из нашей республики в это училище. Дети туда приезжают, смотрят. И мы как-то, вот они сравнивали, рассказывали, соседние регионы, там детей 3-4 раза больше. Из Чувашии детей в это училище поступает 3-4 раза больше наших детей там учатся. Хотя детей, выпускников школ, у нас 3-4 раза меньше, чем в соседних регионах. Вот. Поэтому вот это вот добрый пример вот патриотического воспитания наших вот офицеров, прошедших Афганистан, испытавших все тяготы воинской службы. То есть мотивировать постоянно... не надо, да? Это все-таки повело сердце. Главным у нас ведь никогда этого не было. Постсоветский период, да, у нас есть подписан указ президента Российской Федерации, есть почетное звание за наставничество в 2018 году. Поэтому сказать о том, что вот нет системы мотивации, наверное, уже нельзя. Потому что на уровне Российской Федерации появилась государственная награда за наставничество. Я же говорю, этого не было. Наверное, главная вот мотивация должна быть в нем внутренняя, христианская. Окажи помощь ближнему, то ты становишься счастливым. И, конечно,
Наставник должен быть социально ответственным, так громко звучит. А кто они такие? Да давайте перейдем. И закон точно указывает, кто может быть наставником. Это, прежде всего, депутаты всех уровней, начиная от Государственного совета, кончая муниципалитетами. Вот я сидел и посчитывал. Из них даже хотя бы 10% займутся наставничеством по принципу тандем. То есть они будут заниматься определенным, конкретным ребенком, который находится в трудной жизненной ситуации, который состоит на учете внутришкольном, КДН. Вот. Будут заниматься, у нас вообще проблем не будет, кого поставить на учет, школьный учет внутренний, скажем. Вот как этого надо добиться? Я вот использую вот эту возможность представляться перед республикой, призвать депутатов всех уровней, продумать, и над этим приказывать никто не может. По зову души занялись бы этим делом. Конечно, каждый не может быть. Все человек должен быть коммуникабельный. Вот, люди не все могут вот, правильно общаться с трудными детьми. Это невозможно. 2-3 раза пообщается, 3-й раз он и ударит, или плюнет, он и уйдет. Не надо ставить выше себя. Ты должен чувствовать таким же, какой есть этот ребенок. Вот примеры приводили во время семинара, один такой конкретный пример. Вот он из школ, 28-летний молодой человек, простой рабочий. Его пригласила учительница заняться со своим школьником, который вот, не справляется с учебой. Но тот согласился с удовольствием, начал заниматься, и учительница начала наблюдать. И, кстати, над деятельностью наставничества постоянно должен отслеживать классный руководитель. Это ее обязанность. Когда один раз смотрю, они в спортивном зале оба подтягиваются. Что вы тут делаете? Чем? Вот знаете ли, вот мой ученик получил 2, вот он теперь должен отжиматься столько-то раз. А вы зачем отжимаетесь? Я тоже виноват, потому что за то, что он получил 2, я тоже виноват. Сам себя наказываю. Сам себя наказываю. В принципе, если с таким пониманием подойти, и вот смотреть как равных к равному, хотя он старший, наставник, тогда, я думаю, что дело пойдет. И главной наградой для наставника – это, наверное, прежде всего вот результат, полученный по конкретному ребенку. И вот мотивацией, наверное, вот это должно являться. Можно вот еще сказать? Да, конечно. Вот Светлана Владимировна уже сказала о почетном знаке «Лучший наставник». А вот в 2017 году еще 2 инициативы родились в России. Это «Лучшие практики наставничества». И очень многие получили от президента благодарность, от Владимира Владимировича Путина, гранты и вот форум наставников. Вот, вот две такие площадки, где как раз вот лучшие практики будут представлены, и уже были представлены, и были отмечены. Но это внимание главы государства, это, я считаю, тоже большая мотивация. У нас вот тоже наш ресурсный центр в рамках проекта, лицей из города Канаша, лицей государственной службы, они участвовали в конкурсе, который объявляло агентство стратегических инициатив по развитию наставничества, и они выиграли первый грант, первое место заняли. Уж заняли, это деньгами подкреплен этот приз, поэтому, как Лилия Васильевна говорит, движение в России уже началось, уже создана система материальной и моральной поддержки. И на уровне региона, допустим, те, которые в нашем гранте, в нашем проекте у фонда Чувашии, они все те или иные меры поддержки, и моральные, и материальные, обязательно получают. Система уже начала работать. Дальше зависит от нас и от органов государственной власти, и от, скажем, общественных организаций, и от самих образовательных организаций, как мы будем наращивать, углублять эту систему, и как мы все больше и больше в орбиту наставничества будем привлекать новых людей. Но тут я тоже хотела бы обратить внимание немножко на другую сторону. Не надо гоняться за большим количеством наставников. И искусственно создавать количество. Создавать их количество. И поэтому же в рамках нашего проекта, вот, особенно Михаил Иванович тут очень сильно беспокоится о трудных подростках, о подростках, стоящих на разного рода учетах, мы вот, когда писали
так называемые контрольные цифры по результатам проекта. Мы очень небольшие цифры поставили именно по наставникам, которые будут подобраны для трудных подростков. 1, 2, 3, не больше, мы считаем. Вот больше, конечно, можно, если ситуация она складывается, скажем, положительно. А на самом деле не гоняемся за количеством, не гоняемся за отчетами, хорошими, красивыми цифрами, а именно ищем реальных взрослых, реальную практику, и чтобы наши... Хотя, если даже в результате проекта в каждой школе хоть один трудный подросток получит товарища взрослого, и хоть в одном деле, хоть в решении одной проблемы получится помощь, это уже можно считать положительным результатом. Да, естественно, мы задумались над тем, что есть ли какие риски при реализации данного проекта, действительно они существуют. Это прежде всего формирование сознания самих педагогов. Я со многими разговаривал, они говорят, куда вы со своим еще проектом по наставничеству? Дети занятые, особенно старшеклассники, они готовятся к ЕГЭ, они не могут обойтись без репетитора. А с утра до вечера он занят, вы еще хотите отвлечь его вот на вот реализацию вот этих функций дополнительных по наставничеству, шефства над другими. Но в таких случаях я говорю, не может быть ребенок просто только заниматься учебой. А если он невоспитанный, хотя и обученный, он неполноценный ребенок, я считаю, что с ним или вырастет, или эгоист, или жизни не приспособленный человек. Одни знания нас не спасут. И с тем, чтобы они в процессе участия в этой работе сами стали более социально ответственными, накапливали опыт общения с другими и трудными детьми. И это очень пригодится в дальнейшей жизни, если он хочет в дальнейшем заниматься руководящей деятельностью, менеджерской деятельностью. Это чрезвычайно важный момент. Но, с другой стороны, он спас одного человека от неправильного шага его. Это же выше это, наверное, в жизни больше ничего не бывает. Какое-то взаимное, да? Да, это двойной эффект. Да, если, да, двойной эффект. Им надо вот воспользоваться. Система мотивации для школьников, это коллеги знают, у нас же есть очень хороший институт сейчас, портфолио. И значимость, ценность портфолио с каждым годом растет. Даже при поступлении в высшее учебное заведение уже теперь за портфолио, за качественное портфолио можно получить баллы такие же, как на ЕГЭ. Дополнительные баллы. И поэтому вот те ребята-лидеры, активисты, волонтеры, которые имеют и волонтерские книжки, которые зарегистрированы на всероссийском сайте волонтеров, они уже четко знают, чего они хотят, сколько баллов они могут получить за волонтерство. И поэтому даже их дополнительно мотивировать не нужно. Как вот Лилия Васильевна правильно подметила, наша молодежь, она очень прагматична, она знает, где можно получить какую выгоду, ну, в хорошем смысле этого слова, и не так уж там эгоизм, да? И поэтому, когда вот на наших семинарах мы рассказывали старшеклассникам, кто хочет стать волонтером, наставником, о том, что каким образом они могут себе помочь, каким образом они могут улучшить качество своего портфолио, и дальше при поступлении в ВУЗ это сыграет им очень хорошую службу. Mm-hmm. Система мотивации для взрослых, она сложнее. Но тут, как мы говорим, Лилия Васильевна тоже сказала, вот есть государственная награда, есть гранты, которые помогут взрослым. Есть что-то внутри школы. Есть внутри школы. А еще самоудовлетворение своим результатом, да, своего труда. Я как член общественной палаты, вот в конце реализации данного проекта, значит, вместе с моими партнерами внеси предложение о знаке «Заслуженный наставник Чувашской Республики». Красиво звучит? Красиво. И должно заслужить самое, что ни есть,
активные, социально ответственные, которые много делают для воспитания наших детишек. Впереди еще много времени. Итоги проекта вы подводите в декабре 2018 года, я правильно понимаю? Да. Да, вы собираете опыт, обобщаете и... Будем распространять уже на всю республику. Тема очень большая, обширная, глубокая. Здесь можно разбираться и говорить по каждому направлению очень долго. Я желаю вам всем успехов на своих учебных заведениях, на своих рабочих местах. Я думаю, что с вами мы еще встретимся, чтобы поговорить и об итогах, и узнать, какие планы на будущее будут в направлении наставничества реализовываться в 2019 и в последующем. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире Национального телевидения «Чувашия».